что с Яконом? Все, что ли? Или еще не все? Дай попейчики сейчас. Квадрик. Черепаха плывет. Сейчас пройдемся, наверное, чуть по трассе. Я тут по то в двух местах только стою. Воды, воды, вот это он выезжает, и больше воды не будет только до того острова. То есть какой-то триал, скорее всего, еще впереди там ждет их. Бегом, или они поедут быстрее. Ай. О, это выезд туда? Ничего себе. Пойду, наверное, пока вперед. В любом случае они меня догонят. Ну и с песком не надо едь. Тихо-тихо, на камеру, конечно, спасибо, но аккуратно. Здесь пока прямой участок, ничего интересного. А вот и москвич, давно его не было видно. Ладно, черепаха поехала, а что тут? И бизона давно не было видно, вот, вот они тут. Сидят, ничего не делают. Подглядывай. Задолбалась. Что не делаем, мы и делаем. Ладно, они там чинятся, москвича. Тут опять-таки прямой участок. Вот, тут уже какие-то, опа, горочки. И для туристов, и для всех, в принципе, вот тут одинаковое препятствие. Ну, дальше там по полю, вокруг озера и к тому острову. Я туда не пойду, там вроде такого ничего нету. Там много сейчас по дороге надо проехать вокруг озера. Назад и потом вот. И попробуй немного назад, не пойдет немного. Понял, хайджек. Сейчас будет ставишь. Работать хайджек вместо лебедки. Лебедка и. Запрещена. Посмотрим, понял, что из этого получится. Хайджек же, блядь, и на бок. Клац, клац. И она сейчас тебе 10 сантиметров можно поднять, и ты поедешь. Сейчас посмотрим. А что-то штурман не тот. Точнее, вообще он появился, его не было вообще. Это лишний член экипажа в машине, это дисквалификация. Это лишний член семьи. Лопата, хайджек. Посмотрим, что из этого получится. Хоть раз им пользовался или он такой красивый, только на крыше все время лежал.
Да, как-то вот так. Там квадрик едет. Квадрики, их, наверное, всего два. Родилась новая идея у пилота. А квадриков три, вон третий едет. Третий квадрик. Что такое? В чем виновата ручка? А второй Pajero Sport он там приютился. Видно только шнорк или значок Mitsubishi. Сейчас ставим парней наедине с ямой. Нива Геккон зеленая. Ой, Нива Клуб там рядом слева. И Pajero Sport. Что тут происходит? А, оно будет дергать. Есть. Вытащили. Геккон пошел. Сейчас дождемся до этого второго Pajero Sport, как он рядышком проедет. Не раскорячит его так же, как этого, интересно. Ну, нивки короткие тут проезжают, спокойненько. Клуб сейчас пропустили его. Ну, машина в другом классе и быстрее идет, наверное. Это ж типа хард, а то типа туристы. Поехали. Теперь ждем Pajero Sport. Лопатами. Там нормально так выкопали уже. Но... Помощь участнику разрешена, поэтому сейчас его пытаются зацепить и вытащить. Да, да, да. Ура! Еще один. Может, пусть бы... останьтесь, спасете следующего. Может быть. Следующий Pajero Sport, и сейчас эти подождут на всякий случай. Может, надо будет его тоже вытаскивать. Экшн, да, а может отъедьте, может он сейчас ходом выскочит чуть вперед.
дайте ему место для маневра. А ты протепляешь. Пока они там цепляют трос, тут УАЗик появился. Подготавливают себе трассу. Сразу сантраки ложат. Главное только попасть на них еще. Равномерно. Там две, тут одна. Равняй, равняй колеса, пробуй. Она проедет. Вот так вот. Проедет. Проедет. Ага. Попадаешь. Попадаешь, отлично. О, то же самое где-то я видел недавно это. То же самое, один в один. Надо было вам рядом, чтобы одновременно так висели, было бы красивая фотография. Есть. Ну и под конец порвали трос, да? Или нет? Или шакл? Черепаха поплыла. Не, так а там можно куда хочешь, я так понимаю. Только там чем левее, тем глубже. Ему надо вот. Да я даже не знаю. Наверное, нет. Ему же надо попасть вот туда в коридор. Какая разница? Гекон. Один из пассажироспортов уже поехал на следующий круг. УАЗик. Это будет наваливать. Но недалеко. Икон, давай. Сорок минут еще ездить. О, машины поехали. Кстати, Нива, он турист. Он просто стоял, потому что у него больше, чем у них уже кругов. Чтобы зря не кататься. Ждал, пока они нагонят его, и поехал. Пассажироспорт выехал. А здесь вот так вот. Лето, 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 лето. Тянется, нитка выехала, эта нитка пока не может. Так она заднеприводная, что ли? Передок вообще не крутит, я так понимаю. Цеплять, наверное, за пассажироспорта. Там потихоньку, но
почти. Черепаха выплывает. А здесь пытаются все-таки достать этого бегемота. Нивку. Москвич починился. Не, ну видно, тоже был. Да, так это, ну, как минимум это третий. Я его два раза точно видел, по-моему. Это, наверное, у него на третий круг, скорее всего. Ой-ой-ой-ой-ой! Заявка на победу. Яма. Наши колеи. Это был. Да. Надо было вначале походить. Что такое? Лучше не открывай двери, лучше не выходи. В общем, все, москвич, наверное, приехал. А рыба е? Да, вот там карась. Двери закрой, вода натечет в салон. А здесь. Рули, да, то куда-то в бок. Смотри, чтобы она не покатилась, сейчас не порвался трос за машиной. Потому что... Не, ну блин, до воды докатится, если что. Кто, ты шоколадку намочил или что? Воришки мокрые, блядь. Потащили его вверх. Рычит, упирается, но работает. Москвич на лебеде пошел. И тут еще УАЗик. Сейчас будет заныривать. Они хитрые, они туда вправо уходят сразу. Вот так, походу, и москвичу надо было делать. О, он куда-то там выбирается вверх. А УАЗик еще не выехал. Походу они застряли. О, вышел тяжелый штурман. Машина поехала сразу. Тут как-то какое-то странное место, после каждой машины здесь какая-то воронка образовывается. Главное, наверное, в нее не попасть. Потому что реально по кругу вода крутится с мусором. Москвич сюда так и не приехал, где-то там застрял. Здесь переломка едет. Плывет. Москвич. А, ты куда? Ты куда? Обычно ехали на меня здесь. Давай, давай. Это что, все? А надо было ехать на меня, так бы выбрались. А что не едем-то? Что, все или нет еще? Это без передка. А, без передка? Ну тогда лебедку тяни. Короче, москвич заднеприводный стал. 9 минут надо успеть
круг закончить, это не засчитает. Ну, там же впереди еще одно будет препятствие тут с грязюкой. Не знаю, смогут они или не смогут на заднем приводе. Поплыл. Ну, теперь надо выбраться еще. Нет, своим ходом он не выберется. Надо лебедить подальше. Ладно, это, короче, все. Там осталось минут 5. Пойду на финиш. Может, он успеет еще доехать. Все, это все. Часы сложили. Все, осталось только награждение.